В субботу 1 июня – День памяти святого благоверного и великого князя Владимира Мономаха. Владимир в крещении Василий Мономах родился в середине XI века. Он был внуком святого Ярослава Мудрого и сыном великого князя Киевского Всеволода Ярославича. Свое прозвище получил в подражании деду по матери, византийскому императору Константину IX Мономаху. Святой Владимир последовательно занимал различные княжеские престолы, в том числе Владимир Волынский, Черниговский, Переяславский. Много трудов положил на защиту древнерусских земель от половцев. После смерти отца уступил великокняжеский престол своему двоюродному брату и лишь после него в 1113 году стал великим князем киевским. Святой князь провел ряд законодательных реформ, которые позже вошли в состав русской правды. Его правление связано с укреплением Киева и временным прекращением княжеских междоусобиц. При князе Владимире Мономахе состоялось перенесение мощей святых Бориса и Глеба, которое ежегодно отмечается церковью 15 мая. Также при нем была создана окончательная редакция их жития «Сказание о Борисе и Глебе». Владимир Мономах выделял средства на строительство и украшение храмов. Большое внимание уделял развитию письменности. В частности, по его поручению была создана вторая редакция «Повести временных лет». До наших дней сохранилось написанное святым князем поручение. Оно состоит из, собственно, наставления детям, автобиографического труда о путях и ловах, письма к князю Олегу Святославичу и заключительной молитвы. В частности, святой Владимир Мономах завещал: «Страх имейте Божий в сердце своем и милостыню подавайте неоскудную, это ведь начало всякого добра». Господь наш показал нам победу над грехами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их – покаянием, слезами и милостынею. Если в пути не будет у вас никакого дела, то, Господи, помилуй, взывайте беспрестанно в тайне, ибо эта молитва всех лучше, нежели думать безлепицу. Лжи остерегайтесь, и пьянство, и блуда, оттого ведь душа погибает и тело, не ленитесь ни на что хорошее». Почил благоверный князь Владимир Мономах 1 июня 1125 года. Погребен был в Софийском соборе в Киеве.